А вот в российской рэп-индустрии происходит настоящий рестарт. Новые исполнители предлагают слушателям более жесткий слог, много нецензурных слов и грязные подробности своей сексуальной жизни. Вася Вакуленко, он же Баста, высказал свое авторитетное мнение. Трек-лист сольного концерта в Алматы обошелся без песен 18+. Однако при этом обществу давно пора прекратить ругать рэп за нецензурные слова, считает Баста. Я использую нецензурную лексику в своих песнях. Но это было всегда и есть. То, что если ваши родители слушали зарубежную рок-музыку, они вполне являются жертвами подобных текстов. Просто они не знали перевода песен, возможно. При этом в соцсетях современные рэп-трендсеттеры ежедневно поддаются критике со стороны взрослого поколения. Мол, это ведь слушают дети. Я отпи***л твою руку ровно 5 минут назад. 5 минут назад. Взрослые очень любят, особенно взрослые, которым плевать на все, перекладывать ответственность себя на музыкантов, на кино. Артисты – это всего лишь отображение того, что происходит в обществе. Понимая это, Баста нашел простой способ оградить своих двух дочерей от треков 18+. И дело тут вовсе не в тотальном контроле. Есть специальные ограничения по лексике. Вы заходите в установки телефона, либо в iTunes и ограничиваете. Поэтому дочери Басты с малых лет стали интересоваться живыми концертами папы, исполняя дуэтом серьезные песни. Как говорится, воспитывайте себя, а не детей.